практически везде сопровождает UPR-директор Антон Богославский. О личной жизни мужчины ничего не известно. Тем более постоянные поездки и круглосуточное нахождение на телевизионных площадках попросту не дают возможности с кем-то знакомиться. Именно из-за этого певица до сих пор одна и буквально страдает из-за нехватки сильного плеча рядом. Видимо, Антону надоело видеть мучения своей начальницы, и он решил сделать ей предложение, пусть даже шуточное. Он смастерил обручальное кольцо из салфетки, назвав из того, что было. Бузову сразу это возмутило, ведь она не привыкла к таким дешевым и бессмысленным подаркам. Богославский на это ответил, что в ее ситуации подойдет даже такое, намекнув на серьезные проблемы в личной жизни. Подписчики постоянно пишут Ольге в сети, что она должна хвататься за любого мужчину и запрыгивать в последний вагон. Неизвестно, долго ли ей придется ждать принца на белом коне и дождется ли она его вообще. Фанаты не против, чтобы Антон сошелся с Бузовой. Правда, сама звезда явно считает его птицей другого полета. Большое кольцо, чтобы оно точно не спадало. Не спадало. Не спадало, не спадало в твоем варианте. Что делаешь? В смысле, в моем варианте? Подожди, что ты? Все, Ольга, выходите за меня. Да подожди, нет, секунду, где кольцо? Вот она только что снялась из того, что было. Вот это кольцо, а на колено встать? А на колени? Я на двух коленах. Так подожди, а спросите меня. Вы выйдете за меня замуж. Да что ты мне подожди? Все. Сделай красиво, давай. Давай, все. Ольга. Да, подожди, теперь я не ожидаю. Я сижу, пью воду. Да. Ольга. А? Вы станете моей женой. Давайте руку уже. Но я на два, чтобы точно не спала. Красиво. Тебе когда-нибудь дарили такие большие кольца? Такие? Все. Большие. Завтра в ЗАГС.